Сегодня у нас 6 августа 2018 года. Я вот завтракаю в моем эллинге. Вот, Петергоф, Менделеевская, дом 1, литера М, дом 9В, эллинг 24. Ну, легла я поздно, вернее, рано. И встала я тоже. В общем, 16 часов 10 минут. 16 часов 10 минут. Так что вот. Вот там на улице я заметила. В общем, я их уже засняла. В общем, короче говоря, какие-то там новые лица, новые люди. Хотя председатель. Прошу, вот тут слева председатель. Кооператива. По дороге. Черный. Вот. А так я завтракаю. Вот. Такие вот дела. И Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Это я. Вообще нужно нам, знаете, эти волосы подкрасить. Вот там какие-то разговоры. На улице посмотрим. А вот машина. Тут машина. 900. А между прочим, они как встали, так и смотрят. Они такие удивительные. Между прочим, они там как вот сначала один стоял, это тоже стоял. Нет, смотрите, сейчас вдвоем они стали. Прям встали и сюда смотрят. Как-то это подозрительно, мне кажется. Знаете, как-то они, мне кажется, подозрительно. Вот знаете, они там были вот два мужчины, там женщина еще была в таком этом каком-то этом платочке на голове. Такая она как бы. Значит, так за границей одеваются. Или дорого, или эти богатые люди. Так она одета была. Так что вот, вот такие вот дела. Имейте это в виду. Ой, Матильдочка пришла. Моя кусилечка, я открыть надо. Ой, вы знаете, Матильдочка мне учит. Моя красота. Матильдочка, мяу. Матильда, с тобой все хорошо. Матильдочка. Моя пушильда, моя красота.